Мы продолжаем вас знакомить с Турцией. Традиционно начиная рассказ о стране, мы позже обязательно вернемся к теме инвестиций в ее недвижимость. Объективно и о главном – это цель программы «Владей и отдыхай». Мы расскажем все, что необходимо знать о том, как правильно инвестировать свои средства за рубежом. Индерим с турецкого обозначает дисконт, по-нашему просто распродажа. Сегодня мы покажем обычный торговый центр в Турции. Он мало чем отличается от наших и также манит свои сети, предлагая различные скидки. Сразу бросается в глаза повышенный уровень безопасности на входе. Эти меры никого не смущают, хотя, как мне показалось, они очень лояльные и скорее имеют характер предупредительный. Но все-таки для того, чтобы проводить съемку в торговом центре, нам пришлось получить разрешение. Это заняло не более 10 минут, и после этого нас пропустили внутрь торгового центра. Принципиальное отличие от наших торговых центров – это наличие подземных парковок. Если снаружи здание выглядит как двухэтажное, то на практике еще два полноценных этажа окажутся под землей. Один, собственно, и есть паркинг, а второй – различные кафе и рестораны. Добраться к торговым центрам, как, впрочем, и от них, можно общественным транспортом. Но сегодня мы поговорим о перемещениях по городу в такси. Такие кнопки для вызова машин такси находятся везде. Водитель такси получает радиосигнал о вызове и подает машину именно в то место, где вы делаете вызов. Вопросов «куда?», «сколько человек едет?», а тем более «сколько платишь?» вы не услышите. Оплата строго по таксометру. Обратите внимание на наклейку на двери такси. Там указано, что эта машина, работая на улицах города, обслуживает пассажиров района Лара. Водитель такси рассказывает нам, что каждая машина такси прикреплена к своему району. Соответственно, может работать только в нем. Если же водитель такси везет пассажира в другой район, то он возвращается обратно, как только окончена поездка. Конечно же, такси можно вызвать просто по телефону. Машины такси имеют традиционно желтый цвет и надпись на кузове. По всей стране удобно и дешево перемещаться на маршрутном такси – Долмуше. Посадку в Долмуш можно осуществить абсолютно в любом месте, поскольку стационарных остановок для них не предусмотрено. Долмуши останавливаются в любом месте по требованию пассажира. Автобусы только на остановках. Стоимость проезда составит около 1 лиры за 1 километр поездки. В ночное время, с полуночи и до 6 утра, действует двойной тариф. Случайно, на чистых улицах города, на себя обратил внимание грязный внедорожник. Как выяснилось позже, популярным видом отдыха, который предлагают Турции, является горное сафари на джипах. Преодолевая множество препятствий, крутые подъемы, спуски и горные реки, вы можете совершить увлекательную прогулку на джипах по пересеченной местности. Только там вы увидите жизнь турецкой глубинки. По горному серпантину вы подниметесь на высоту более 1500 метров над уровнем моря.
и вашему взгляду откроются невероятные просторы и захватывающие виды на вершины гор. Ну а нашему попутчику сегодня не очень повезло на сафари. Однако смекалка не подвела, и он благополучно спустился с гор. Очень довольный своим ноу-хау, он демонстрирует нам, какой исключительно необходимой в ремонте автомобиля может оказаться обычная лесная палка. В Белеке мы посетили городской торговый центр. На тихих и уютных улочках расположилось множество разнообразных магазинов. Белек известен как место для элитного отдыха. Делает его знаменитым наличие нескольких гольф-клубов, которые считаются одними из лучших в Европе. Именно поэтому неудивительно, что здесь много магазинов городского торгового центра, связанных с темой гольфа. Кроме обычных отдыхающих, сюда приезжают спортсмены-профессионалы, чтобы тренироваться и набрать необходимую форму. Вот так, приветливо и радушно, вас встретят в любом магазине городского торгового центра. Заходи на мой огород, половина сахар, половина мед. В Белеке застройщик предлагает разнообразие вилл и таунхаусов. В цену включено чистовая отделка помещений, стеклопакеты и сантехник, встроенная кухонная мебель и шкафчики в ванной комнате. В инфраструктуре комплекса открытые и закрытые плавательные бассейны, ухоженный сад, сауна и тренажерный зал. Мангал и беседка в саду. И, конечно же, круглосуточная охрана, детская площадка, открытая парковка и смотритель. В вашей квартире есть все для самостоятельного обслуживания и проживания. Но если вы хотите воспользоваться услугами прачечной и химчистки, то они к вашим услугам на территории этого комплекса. В комплексе Elite Club Country застройщикам предлагается уникальный дизайн в стиле загородных домов. Мы с вами сейчас находимся на территории комплекса Elite Country. Это комплекс высокого элитного уровня. Он был построен в 2010 году. Он состоит из 15 блоков, в которых расположено 130 квартир разных планировок. Это квартиры 1+1, 2+1, 3+1 и пентхаусы. В данном комплексе проживает множество жителей России, Украины, стран СНГ и Европы. Здесь отличные условия для жизни. От до моря идти всего 5 минут пешком. Соответственно, многие люди живут здесь, радуются жизни и прекрасно отдыхают. Здесь у нас находится готовая меблированная квартира в этом комплексе, которую мы сейчас вам и покажем. Нет необходимости описывать интерьеры. Вы все видите сами. Важно отметить, что после переезда в дом вашей мечты вы получаете возможность наслаждаться жизнью и отдыхом. В каждом комплексе существует услуга послепродажного обслуживания.
Вам обязательно обеспечат юридическое сопровождение сделки. По вашему желанию и от вашего имени будут заключены абонентские договора на предоставление услуг энергообеспечения, водоснабжения и проводной телефонной связи. При необходимости вам предоставят консультации специалистов при выборе мебели и аксессуаров для вашего интерьера. Все возможные неполадки, возникшие не по вашей вине, будут устранены в рамках гарантийного обслуживания совершенно бесплатно. В случае, если вы пожелаете сдавать вашу недвижимость в аренду, управляющая компания имеет огромный опыт и обширную клиентскую базу, которая дает вам большое преимущество при сдаче ваших апартаментов в аренду и получении прибыли. При этом вы гарантированно получите ваши апартаменты в том же техническом состоянии, в котором квартира была передана управляющей компании. Нам удалось пообщаться с человеком, который уже имеет свое жилье в этом комплексе. 5,5 лет назад я купил эти апартаменты. Вот. Покупкой доволен. Не знаю, прежде всего этот вид как бы мне очень нравится. Выхожу сейчас завтракать, обедать, ужинать. Просто сижу. Комфортное жилье, комфортное обслуживание. Круглый год у меня бассейн, сауна. То есть, иногда полностью вечера там провожу в хамамном комплексе. Имею с этой квартиры небольшой доход, но небольшой. Нет цели, как бы, чтобы плотно сдавать. Вот, у меня друзья в соседнем комплексе, они сдают чуть ли не там, 6 месяцев в году. Вот. У меня получается сдать 2 летних месяца, а на 1 летний месяц ко мне приезжают дети, жена. Вот. Арендная плата, которую я вручаю, 1500 евро в месяц, то есть за два месяца получается 3000 евро. Вот. 850 евро квартплата ежегодная, айдат называется. Следует добавить, что здесь есть оборудованная детская площадка, зона для барбекю с беседками, садовник, охрана и открытая парковка, открытый и закрытый бассейны, бассейн с водными горками. В зоне закрытого бассейна находятся массажные комнаты. Тут же расположены комнаты для релаксации. К вашим услугам традиционная сауна и турецкая баня. К услугам любителей здорового образа жизни работает тренажерный зал. В одном из корпусов находится управляющая компания, которая обслуживает жизнедеятельность этого комплекса, круглосуточную охрану территории и безопасность проживающих в комплексе людей. Вся территория оснащена системой видеонаблюдения, которая позволяет видеть ее на мониторе компьютера в реальном времени. Комплекс Elite Club Country находится в 250 метрах от пляжа Инжектум. Выход к пляжу обеспечивает подземный переход. Инжектум переводится как «мелкий песок», что полностью соответствует действительности. Одним из главных достоинств Инжектума является пологий вход в море, что делает это место удобным для отдыха с детьми.
покупая квартиру у застройщика, вы можете оформить договор у нас в Киеве, на Украине, в компании Hyatt Estate и получить возможность поучаствовать в обзорном бесплатном туре, который предоставляется со стороны застройщика. Дерево, растущее на городской улице, состоит из двух частей – лимона и апельсина. Также и Турция объединяет в себе две разные культуры. Ее оригинальность заключается в том, как незримо смешиваются европейское качество жизни с самобытностью азиатской страны. Территориально большая часть этой страны находится в Азии, а меньшая – в Европе. Но прежде всего Турция – это красивейшая природа и 300 солнечных дней в году. Самый длинный туристический сезон и знаменитые пляжи. А в остальном – это, конечно же, люди и их гостеприимство. Побывав здесь однажды, возможно, кто-то захочет остаться здесь жить навсегда, воплотив свою мечту – домик у моря. Выбор жилья здесь очень большой. Многочисленные, уже законченные и строящиеся проекты дают возможность подобрать то, что нужно именно вам. Будущее любой страны – это дети. Они очень разные, но и во многом похожи, независимо от страны проживания. Их может разделять языковой барьер, но без сомнения объединяют общие игры.